Всем привет! С вами канал Art Mania. Починили нам игрушку, были здесь бабушка с дедушкой Димин, мы уезжали в путешествие с мужем. Вот ее починили, но она вот у нас как-то дребезжит по-другому. Вот. Как-то вот что-то, видать, там замкнули у нее, наверное. Вот. На самом деле у нее тут батарейки нигде не меняются, ее, то есть полностью нужно разбирать вот по этим вот. Сейчас покажу. Хотя, не знаю, может, и не полностью. А, вот они, вот тут вот. Вот тут у нее батарейки, видимо. Вот они, да, вот этот снимали. И вот тут у нее как раз ножки, видимо, что-то замкнули, и она дребезжит немножко у нас. Ну, Димочка рад, наконец-то починили ее нам. Поменяли батарейки, потому что, ну, сама я решила не суваться туда. Хотя, конечно, я могла и сама поменять, но я уже и так все делаю одна, сама. Вот, пускай кто-нибудь еще что-нибудь поделает. Такое. Вот. Не могу я быть везде абсолютно. Да? И, Дима, покажи свою стену новую. И также они нам поклеили обои. Дима вместе с дедушкой клеил. Да, Дима? Вот такие вот симпатичные, довольно красивые обои. Но, мне кажется, слишком много вот этих вот окошечек. Их прям что-то, мне кажется, совсем много. И тут... Получается, что у нас... А, просто два разных пейзажа. Такой вот пейзажик. И вот здесь вот, вот такой пейзаж. Этот посимпатичный. Хотя и тот тоже. Хотя мне что-то казалось, что что-то другое совсем тут. Да, ты ее пытаешься включить? А, ты на нее положил этот малярную ленту? Да. А так что у нас обновки. Вот, также у нас нет холодной воды. Ну, что-то покажи, как ты залазишь. Ну, не так, Димочка. Давай, залази. Как тебя мама учила? Давай. Вот, давай, опа, молодец. Скачи, скачи, мой коник. Вот, также нет, у нас нету холодной воды уже полторы недели. Катайся, Дим. Что ты слез-то? Вот. Довольно сложно, конечно, без горячей воды. И самой-то вообще еще сложнее помыться. Особенно голову, конечно, помыть моими длиннющими волосами. Мне пришлось целый таз, вернее, целую кастрюльку нагреть воду, развести ее вместе с тазиком. Ты что, ты вместе на лошадку? Глаза в глаза смотришь? Что, у тебя там боулинг, что ли? Ну, тут у нас игрушки валяются, как всегда, здесь поменьше. И тут, кстати, подушка Димина. Он на ней любит валяться. Кроватки она у него, там он вместе с ней засыпать начинает. А, вот у тебя боулинг, мама тебе склеивала. Ой, молодец какой, как кинул, здорово. Только она катиться должна. Вот, и, конечно, ребенка тоже помыть еще сложнее. Приходится греть воду, экономить немножечко там где-то, чтобы хватило воды, потому что если, допустим, воды не хватит, то мыло смыть с ребенка будет сложнее. Если, допустим, мы можем обтереться полотенцем и потом там нагреть и еще раз, то ребенка одного не оставишь в ванне и тем временем не побежишь. То есть это все сложно очень. Ладно, еще у меня ребенок довольно большой. А вот я представляю те, которые вот только что родились. Маленькие, да? И отключить вот так на полторы, на две недели. Не знаю, на сколько вообще. Вот воду отключили. Это очень сложно. Гораздо сложнее подмыть. Особенно ванну, допустим. Чтобы помыть ребенка, нужно набрать ванную. И это сложнее. Вот. У нас солнышко. Вот. Мы пару дней как вот приехали с путешествия. Вы его, в принципе, наверное, видели. Ролики выходят у меня с огромнейшим просто опозданием. Потому что я не успеваю монтировать, я не успеваю их все раскладывать. Выкладывать, вернее. Дима, что ты там несешь? Кроватка у нас подвинута, еще не подвинула я ее, да? Сейчас мы ее подвинем. О, а ты на стол складываешь все мячики, смотрите.
Сказала, все, что круглое, да? Все, что круглое у нас. Вот, молодец, вот так он держится, да? Ага, остановился. Сейчас он его упадет. Не укладывается никак. Да? Но, тем не менее, я Диму все-таки помыла, мы с дачи приехали. Его как следует вымыла. Вот сегодня, не знаю, может быть, еще раз будем купаться. Там все лето, жара. И, конечно, купаться надо каждый день. Но это так все очень сложно. Так, пришло время убираться на вот этой полке. Хочу здесь прибраться. Здесь-то сейчас уже вынула. У меня были разные мешочки. Здесь алфавит я Диме делала, когда он еще был совсем маленький. Так, Дима, ты мне сейчас дверцу-то оторвешь. Вот они всякие мешочки. Здесь вот, это, кстати, мешочек на свадьбу сестры ходили мы. Такие вот у нее были красивые. Такие вот что-то дарили. Вот в этих, кстати, были маленькие масла, что ли, типа туалетной водички, короче, индийская. Индийский магазин, надеюсь, скоро приедет. Они сами пахнут очень ароматно. Такие у них очень красивые. А вот третий, кстати, да, я помню, что их три. Вот, они кладут в такие вот мешочки, очень интересные. Очень нравится, в них потом можно тоже что-нибудь положить, что-нибудь придумать. Может быть, их даже, кстати, можно постирать, наверное. И потом, они такие были прям ароматные. И в них положить какую-нибудь травку, например, и повесить вот где-нибудь около кровати, спать, нюхать ароматы разные. Даже, наверное, что-то такое приходит в голову. Хотя, не знаю, она довольно плотная такая ткань. Мне кажется, наверное, проще вот из таких вот делать. Что-нибудь решить самой. Здесь вот алфавит у нас от такой штучки у Димы. Есть еще где-то разные флаги я делала для Димы. Хотя вот сейчас на нее смотрю и думаю, конечно, было бы проще купить. Продается в Ашане тоже алфавит. Но там еще разделяются каждая буква. То есть отдельно можно две купить таких. И чтобы ребенок... Конечно, проще дешевле сделать сами. Вот. И чтобы он две одинаковые буквы искал. То есть так же, как с животными, так же и с алфавитом. Вот. И здесь я что-то... Почему я начала снимать, я что-то не поняла. Что это такое у меня здесь? Блин, я даже не могу вспомнить, что это. А, или это кисточки, что ли? Да нет, не должны. Заглянем внутрь. Фиг знает, что это такое. Вот, сейчас буду тут все разбирать. Тут у меня вот тоже мешочки. Здесь, по-моему... у меня антистресс. Картиночки всякие. Здесь вот фотоальбом. Никак... Опять увидела этот фотоальбом. Вспомнил, что я фотографии так и не распечатала. Я уже откладывала денежку на нее. Вот, не знаю, где эта денежка уже лежит. Но я так и... не распечатала их. И там вот тоже в углу что-то лежит. Я хочу сюда вставить. Мне надо еще одну, так, типа вот такого же альбома штучку. Вот. И поэтому я сюда вот занялась уборкой. Здесь у меня уже беспорядок, потому что тут немножечко приболела, немножечко лечусь. И тут вот всякие мои эти вот штучки. Тут вот я вот разбираю. Что-то какую-то пуговицу нашла. Я думаю, господи, куда эта пуговица? Я помню, что она от блузки моей, но эту блузку покупала уже лет 5 назад, наверное. Она не может столько времени тут лежать. Вот Дима опять издевается над будильником моим, который ты однажды сломаешь. Вот, мне очень удобно, кстати, он стоит всегда там. Я когда просыпаюсь, глаза сразу у меня здесь. Я его вижу, мне постоянно приходится его убирать. И постоянно вот Дима что-нибудь трогает, и мы сразу все кладем на кровать. Вот он штатив мой сейчас взял, я его положила на кровать подальше, чтобы он не брал. Тут вот я, ну, сейчас убираюсь, да, положила на кровать.